Добро пожаловать в Кураст, путник. Немногие охотно приходят в этот древний город. Я надеюсь, твой разум светел, потому что святость — плохая поддержка здесь. Меня зовут Хратли. Я колдун, опытный в работе с металлом. Я буду рад помочь вам. У меня мало покупателей в эти дни. Как ты видишь, здесь каждый десятый пал жертвой сил Мефистофеля. Вода в каналах покраснела от крови, и демоны гуляют по земле. Ужасные адские джунгли поглотили большую часть Кураста. Единственное безопасное место вы можете найти здесь, в доках, которые магическая опека хранит от проникновения джунглей. Но я не знаю, сколько это еще сможет продлиться. В дополнение к этому, дети Закарума объединились силами Мефистофеля. Закарум собрал свои силы в городе храмов Травинкале, расположенном глубоко в джунглях. Это правда. Их фанатизм совершенно беспримерен. Но я говорю, что так называемые «войны света» не больше, чем марионетки в неизвестных руках. Приветствую, герой. Я слышала о твоих деяниях, и это производит впечатление. Очень немногие смертные способны на такие дела с тремя их слугами, как ты. Меня зовут Наталья. Я охотник за злом, часть древнего ордена, созданного для охоты на злых волшебников. Если бы это было возможно, я бы с удовольствием присоединилась к твоему походу во имя уничтожения троих. Но я должна быть здесь и ждать новостей. Я не могу предсказать, что случится, но опасность больше, чем мы можем себе представить. До тех пор, пока я не получу приказов, я могу помочь тебе любой информацией, которая есть в моем распоряжении. Добрый день. Моя нога не ступала в славный Кураст многие годы, но я никогда не мог себе представить, что он так испортится. Очевидно, это должна быть работа Мефистофеля. Тебе лучше отправляться, мой друг. Диабло и Ваал все еще там, и тебе нужно найти их. Черт меня раздери! Да когда же людишки отстанут от меня? О, да вы здесь впервые, не так ли? Я Алкор-алхимик. Я изготовляю зелья и притирания и мог бы вам продать несколько, если вы знаете, как ими пользоваться. Но только не слишком часто заходите сюда. Я не люблю, когда меня отрывают во время занятий. Приветствую!
Привет тебе! Ты, наверное, амазонка. Я слышала о вашем народе. Воительницы-кочевники, которым нет равных. Меня зовут Ашиара. Я предводительствую бандой магов, наемников, известной как Железные Волки. Мы уже несколько месяцев выслеживаем демонов в джунглях. Но все равно, сколько бы мы их ни убивали, они прибывают и прибывают. Похоже, что все окрестности целиком окутаны злом. Ходят слухи, что ты пришла помочь нам. Если это правда, то я приглашаю тебя нанять моих наемников. Но будь осторожней. Если ты неправильно будешь с ними обращаться, они могут стать пострашнее, чем чудовища из джунглей. Приветствую. Я найду этому хорошее применение. Найду этому хорошее применение. Вы говорите с Ормусом. Он один из великих магов, но теперь живет как крыса. У вас есть вопросы к Ормусу, и вы сомневаетесь в себе. Ормус видит странную двойственность вас, как и во всех, кто должен стать героем. Говорите с ним, и взамен он может дать вам мудрость. Или уходите от него и ищите мудрость в самих себе. Привет!
интересно, во сколько бы мне это обошлось, если бы пришлось покупать. Лут Галейне Месхив говорил мне о том, что он собирает нефритовые статуэтки. В своих торговых странствиях он собрал немало таких статуэток. Я бы показал ему твою. Никогда! Привет! В лут Галейне мест. Никогда не забывая о своем предназначении здесь, в Курасте, уничтожить Мефистофеля. Древний Харадрим заключил владыку ненависти в башне охраны, которая находится в храмовом городе Травинкал. Знай это, друг. Единственный путь пройти к месту заключения Мефистофеля — разрушить артефакт, который известен как неразрушимая сфера. Мефистофель использовал это устройство для того, чтобы контролировать священников Закарума и их последователей. Сферу можно уничтожить только при помощи древнего цепа, который напитан духом непреклонного священника. Вскоре после его заточения Мефистофель начал свою работу по склонению священства Закарума Козлу. Все они обратились к Козлу, но только один смог устоять — Халим Квехиган Высокого Совета. Но Мефистофель послал других членов Совета, чтобы они убили и расчленили Халима, а его останки разбросали по всему королевству. Священник Санкикур занял место Квехигана в совете вместо Халима и стал воплощением Мефистофеля на материальном уровне. А совращенные жрецы Высокого Совета сконструировали сферу, чтобы контролировать паству Закарума и навсегда скрыть место упокоения их владыки от глаз смертных. Твое задание —
собрать части тела Халима, его глаз, его сердце и его мозг. После этого, используя куб Харадриков, тебе нужно преобразовать цепь Халима при помощи этих частей. Как только это будет закончено, ты сможешь разбить сферу, используя волю Халима, и тебе откроется путь в нечистое святилище Мефистофеля. Добрый день! Добрый день! Хорошо, я дал слово и привел вас сюда, как обещал. Но во имя всего святого я хотел бы никогда не возвращаться в это проклятое место. Эти зловонные джунгли не могут быть тем прекрасным курастом, который я когда-то оставил. Я не знаю, что это за зло, мой друг, но это очевидно, что вы должны остановить его. Я молюсь, чтобы вы сумели сделать это до того, как джунгли поглотят последние остатки моей возлюбленной родины. Слава тебе! Эта нефритовая статуэтка заканчивает мою коллекцию. Вот! Я хранил эту статуэтку золотой птицы несколько лет. Но я считаю, что это справедливый обмен. Я слышал несколько легенд о мудреце Куйлене, который провел свою жизнь в поисках загадки жизни после смерти. Если я правильно помню, его прах был спрятан в золотой статуэтке. Довольно странная история. А, золотая птица Куйлена! Спасибо тебе, друг. Займись чем-нибудь, пока я буду экспериментировать с прахом внутри нее. После этого возвращайся и посмотри, что мы приготовили для тебя.
Я перегружена. Спасибо.
Я перегружена. Спасибо. Я перегружена.
Ах, глаз Халима! Только он может распознать истинный путь к Мефистофелю. Установи глаз в кубе Харадриков вместе с другими. Я найду этому хорошее применение. Oh!
Thank you.
Добрый вечер. Невозможно. Я не могу.
не могу нести больше. Какая радость! Мозг Халима знает о слабостях Мефистофеля. Ему место в кубе Харадриков вместе с остальными реликтами Халима, глазом, сердцем и цепом. Добрый день. Я не могу нести больше.
не могу нести больше. Oh.
невозможно. Спасибо. Я перегружена. Thank you.
Как я уже говорил тебе, я наложил заклятие барьера на доки, которое держит демонов на расстоянии. Но в последнее время сила заклинания убывает. Если память ее служит мне, есть один клинок, сделанный с кадзими, который может укрепить заклинание. Имя клинка Гидбин. Найди его, и наше святилище останется незатронутым. Приветствую. Да. Добрый день. Добрый день! Из пепла Куйлена мне удалось сделать напиток для тебя. Мне не очень неприятно тратить мое время на тебя, так что перейду прямо к делу. Существует одна очень особенная книга, которую тебе нужно найти для меня. Ее написал давно один мудрец по имени Лам Эзен, который изучал магию Скадзима и влияние первичного зла на судьбы мира. Черная книга была потеряна, когда дети Закарума завладели всей этой землей. Теперь ты должен вернуть ее безотлагательно. Знания, которые есть в ней, могут помочь нам в наступающие темные времена. Ugh!
Спасибо.
могу нести больше. Спасибо. Спасибо.
Могу нести больше. Ты неплохо продвигаешься вперед, герой. Ормус благодарит тебя. Старые духи Скадзима будут присматривать за тобой, за то, что ты вернул святой кинжал. Теперь, после всех этих лет, Ормус, наконец, может вновь использовать свою силу для того, чтобы защитить невинных от тени. Заклинание, которое защищает Доки, теперь будет восстановлено прежней силе. Thank you.
Добрый день. Привет. Теперь, поскольку много железных волков освободились от несения охранной службы в доках, несколько из них вызвались сопровождать тебя добровольно. Это магическое кольцо мне не нужно. Вот, носи его с честью. Приветствую.
Я перегружена. Спасибо. Спасибо.
не могу нести больше. Я перегружена. Удалось найти книгу. Она даст всем нам прозрение сокровенной сути первичного зла. А что касается тебя? И вся эта беготня из-за потрепанной книжки.
Я не могу нести больше.
вся перегружена. Спасибо. Я не могу нести больше. Сердце Халима, и оно все еще исполнено храбрости,
чтобы предстать перед Мефистофелем. Помести его в куб Харадриков вместе с остальными предметами Халима, глазом, цепом и мозгом. Я перегружена. Я перегружена.
ужина. Если правильно магически обработать его, цепь Халима может уничтожить неразрушимую сферу и показать путь к Мефистофелю. Его нужно поместить в куб Харадриков вместе с остальными реликтами Халима – глазом, мозгом и сердцем. Потом их нужно преобразовать, чтобы исполнить волю Халима. Власть Кадзима восстановлена. Спасибо. Приветствую.
Спасибо. Но все еще что-то здесь не так. Привет.
наша вера в тебя оправдывается. Но дьявол теперь отправился в ад, и Ваал, похоже, следует за ним. Войди в инфернальные врата и убей владыку ужаса, пока еще не все потеряно. Только тогда наш мир будет спасен. Добрый день. Да. Действие четвертое. Я сделал то, что ты мне велел, Тирал. Я нашел храм Загарум в глубинах храма. Я нашел темное собрание моего компаньона, странника Талраша, и великое зло самого повелителя ненависти. Я услышал голос, от звука которого содрогалось мое сердце. Братья мои, наконец-то мы можем воссоединиться. Врата готовы. Мы можем одержать окончательную победу. Врата ада должны быть открыты, и зло должно прийти на земли невинных. В бессмертных. Врата готовы. Теперь, мой младший брат, пришло время показать свое настоящее лицо. Явись!